Распаковка для магазина Розетка.ua, удлинитель. Компанию не прочитаю. Его характеристики: 3,5, максимальное напряжение 10 ампер, 20 метров. Сзади упаковки тут еще есть какая-то информация. Кому необходимо, тут остановится и посмотрит. Так, по ощущениям сразу первым. Сейчас отмотаю эти крепежные. По первым ощущениям такой мягкий. Не могу сказать, резина, не резина, но что-то довольно мягенькое, довольно приятное. Так, надеюсь, ты не запутаешься сразу же, потому что обычно вот эти удлинители, которые без бобины, они быстро запутываются. Вот такая вот розетка. Вилочка. Вилочка стандартная. Ну, по крайней мере, очень распространенная. Из того, что увидел по отзывам, вот эту часть желательно сразу как-то подмотать и укрепить, потому что, видимо, она здесь вот переламывается. Это не критично, но, тем не менее, неприятно. Не хотелось бы разрезать потом вот эту штуку, чтобы как-то подпаяться или еще что-то делать. Поэтому изолента наша все. Так, по метражу, ну, я не знаю. По виду здесь 20 метров есть, замерять. Да, замерить-то проблема. Но тут начинает уже путаться. Поэтому поверим производителю на слово, что здесь 20 метров есть. Ну, похоже, что на 20 метров по бобине. Очень похоже. Да, похоже. Ну, не знаю, что еще тут описать. А, ну да, видно, вот здесь вот слабое довольно место. Вот они как-то его так сделали. И, соответственно, я думаю, вот отсюда и аж отсюда где-то промотать, чтобы не было разрыва. Все.